сказать автору того ролика за бдительность, за то, что открыл нам глаза на недочеты. Теперь будем более внимательными и таких косяков не сыскать. Мои кореша из этой самой нашумевшей шаурмы моментально среагировали на это мышиное происшествие, и сейчас происходит тут полная дезинфекция. Пойдем посмотрим. Мы провели внутреннее расследование и выяснили, что эта мышь пробралась через канализационное отверстие вот здесь, где сантехники не до конца доделали свою работу, собственно, они не заделали это отверстие. Ну а сейчас, как видите, наводится полнейший порядок. Ну и для понимания, друзья, это произошло ночью. Ни одно мясо не пострадало, все продезинфицировано теперь. Вот. Так что добро пожаловать, приятного всем аппетита. Да, и отдельное спасибо.